день, дорогие друзья. Сегодня вторник. Я уже нахожусь в городе, потому что по дороге не удалось с вами поговорить. Возле дома, как назло, встали соседи и стоят, смотрят. Мне, блин, не с руки было с вами как бы здороваться. Они стоят прямо вот и смотрят. Ну, не знаю, прям. Ну, у них развлечений мало. А потом, ну, по дороге мне нужно было подвозить. То есть я ехала, и у меня возникли попутчики, которых нельзя не подвезти. Вот, поэтому здрасте только вам в городе. Стою на Бугровке, сейчас поеду сначала в город, и потом вернусь на Бугровку. А, мне нужно забрать на Wildberries, причем в двух Wildberries. Одно у Насти, Настя сейчас у нас гостит с Левой, с Женей. Вот. Ну, Женя потом уедет, потому что он на праздники приехал, а Настя останется на две недели. Вот. Ну, у меня сейчас масса там дел, нужно кое-что забрать на Wildberries, нужно заправить машину, нужно купить кое-какие продукты. Ну, в общем, вот такие вот у меня дела. Я знаю, что такие дела... Вы знаете, я в последнее время даже вот смотрю некоторых блогеров, и мне больше нравятся именно вот такие влоги. То есть мне надоело смотреть такие сплетни и все такое. Больше нравится вот такая простая, незатейливая жизнь. Надеюсь, вам тоже. Погода у нас замечательная. Вчера был ветер, а сегодня даже ветра нет. И тепло. Первое, куда мы с вами направимся, это светофор. Мне здесь нужно купить творог для запеканок. Он здесь стоит в разы дешевле, а для запеканок никакой разницы нет, потому что я уже пекла и знаю. И мне здесь нужно купить сухофрукты. Ну, если бы я купила светофоры, я взяла вот творог, потому что я буду скоро делать, ну не скоро, а прямо вот буквально завтра, львовский сырник хочу сделать, творожный, ну это в разные дни, конечно. И, в общем, в принципе, творог у меня в печи сейчас идет очень много. И сметана. Так мы его как бы не едим, ну я как бы в принципе не то, что из светофора, а в принципе я как бы творог сильно много не ем. А вот в печиво очень активно. Буду делать пиццу, вот взяла оливки, ну, не знаю, конечно, какого качества. Кунчозу первый раз здесь беру, не знаю, может быть, она и не очень. Ну, попробую какой-нибудь салатик сделать. И из сухофруктов вот только курага. Так, ну что, купила я творог. Я специально, в общем, светофор, больше всего ехала за творогом. Я уже покупала здесь творог, и, ну, сначала взяла одну пачку так для пробы, и в этот же день я покупала творог в Старожиловском. И знаете, я не знаю, я его, конечно, не ела вот прям вот как бы как есть, я его пекла. Ну вот в запеканке вообще никакой разницы нет, абсолютно никакой разницы нет. Поэтому зачем платить больше? В Старожиловском он стоит килограмм где-то почти 400 рублей, а... В этой деревеньке, по-моему, даже еще дороже. А здесь 800 грамм, ну, не, конечно, не килограмм, стоит 134 рубля. И он по ГОСТу идет. Ну, в общем-то, конечно, может быть, он хуже по качеству, но, в принципе, вот именно для моих целей он вообще идеальный. А мне, все знаете, что я... Многие, кто меня смотрит, знают, что я худею. Вот, и... Из десертов, чтобы совсем себе не обделять, я могу съесть творожную запеканку. Да, она с сахаром, но это более-менее, в ней много белка, это более-менее, что можно мне из десертов. Потому что совсем себя ограничивать, как известно, нельзя, потому что есть большая вероятность сорваться. Вот, поэтому я сейчас себе понемногу разрешаю какие-то вот такие вот безобидные десерты, которые приготовлены, тем более, моими собственными руками. И сейчас я на Wildberries заказала такую специальную форму. Она для львовского сырника. Я первый раз буду делать. Ну, это тоже типа такой как бы запеканки с сухофруктами, там, с цукатами. Вот я сейчас хочу купить сухофрукты, цукаты. Тем более, скоро Пасха, я хочу в этот раз испечь куличи. Первый раз сама, самостоятельно. Никогда не пекла. Уже купила формы такие бумажные. Вот. И вообще, я сейчас очень много покупаю именно для вот печива. То есть, я покупаю какие-то формы. В общем, я обнаружила... что у меня много чего нет. Много чего нет для того, чтобы печь. И вот постепенно-постепенно я себе покупаю. Так, кстати, хотела поделиться с вами опытом. Опытом владения фитнес-браслета. Ну, если кому интересно, у меня никогда не было. А чем я больше всего пользуюсь? Ну, естественно, часами смотрю время. Потом больше всего я, как это ни странно, пользуюсь таймером здесь. Конечно, он есть и на телефоне, и сейчас на многих вообще вещах, у кого-то на плите есть. У меня на плите, кстати, сломался.
Очень удобно, он у тебя на руке, то есть, если часы где-то пищат, тебе к ним нужно идти, а то вот он на руке, и он не пищит, а тихонечко тебе вибрирует. Шаги, ну, то есть, пульс, вот это вот, как бы, стресс, я как-то не особо за этим смотрю, шаги я смотрю, и сделал вывод, что приблизительно в среднем я хожу, когда я на работе, например, ну, приблизительно 6 тысяч шагов. Вчера, вот, когда мы с Левой гуляли, где-то порядка 10 тысяч шагов. В общем, для здорового человека, ну, конечно, если вы хотите худеть, чем больше ходите, тем лучше, то для здорового человека 6-8 тысяч – это вполне, ну, норма. То есть, ну, на грани низшей нормы я хожу. И иногда даже пользуюсь фонариком, да, вот тогда вышел вешать белье поздно вечером, и очень мне пригодился фонарик. Вот такие вот дела, так вот я вот пользуюсь. В общем-то, мне нравится за такие суммы, я считаю, такая игрушка вполне нормально себе купить, позволить. Так, сейчас с вами направляемся на заправку. Зашла в Дикси. В Дикси очень часто бывает очень хорошая мука, французская называется. Но сейчас нет. У меня еще как бы есть запасики, но периодически захожу. Давайте уж не буду игнорировать все магазины, покажу, что купила в этом. Вот. Как я вам говорила, я уже сегодня буду печь пиццу, поэтому взяла грибы. Так, взяла сливочное масло. Первый раз такое беру, но не знаю. Вот. Яйца взяла. Творожный сыр. Недавно пила булочки синабоны. Туда нужен творожный сыр. Можно, в принципе, кефир еще взять. Я, наверное, так и сделаю, заморожусь. Ну и творожный сыр. Ну его и так вкусно есть. И вот купила первый раз молотый кофе. Якобс Монарх. Оригинал. А я до этого брала либо Бушида, либо Лавацца. Но вот мне сказали, что и вот этот попробуй, он не хуже. Ну не знаю, знаете, вот возьму. Взяла пачку, 350 рублей по акции. Возьму, попробую. Может быть и тоже ничего. Мне нет такой, знаете, вот этой вот штучки, которая вот дышит кофе. То есть пачка сама не очень. Ну ладно, попробуем. Все же надо пробовать. И взяла 2 апельсина, чтобы с них снять цедру. А, еще забыла. Сельдерей. Сельдерей очень часто употребляю, там, например, в суп добавляю или во вторые блюда. Мне очень нравится. Так, сырым как-то мне не очень, а вот куда-то он в небольших количествах очень даже вкусно подает. Сняли асфальт, делают дороги. Смотрите, даже вот тротуары будут. Жизнь, как говорится, становится лучше, жизнь становится веселее. Так, приехала я на заправку. Смотрите, здесь какое просто одуванчиковое поле. Сейчас будем с вами бесконтактно заправляться. Все заправилось. Очень удобно, никуда не ходить. Единственное, только иногда навигатор подглючивает. Он мне показывает сразу все заправки в Московской области. Так, ну что, в городе я все сделала, что хотела. Теперь наш путь на Бугровку. Выходные, поэтому машин в городе полно. Так, ну что, я на Бугровке. Иду на Wildberries за своими заказами. Обязательно сейчас вам покажу. Представляете, ребят? Я такая захожу, показываю свой код, а она говорит, у вас или он, ну, как бы просроченный, или не то ПВЗ. Я говорю, да нет, вроде то. Ну, смотрит по адресу улицы Ленина. А я говорю, да я вроде туда никогда не заказывала. Потом вспоминаю, что я, последний у меня заказ был для моей мамы на сельхозку, ну, чтобы им удобно было брать. И я, короче, когда заказывала, не посмотрела, видимо, что-то, в общем, без внимания. Ну, как обычно, заказала. Ну, что делать? Придется сейчас здесь сделаю все свои дела и поеду на сельхозку за своим заказом. А что делать? Дурная голова, как известно, ногам погоды не дает. Даже если мне ничего не нужно, захожу в экстаз. Ну, вот сейчас купила салфетки. Ну, салфетки, в принципе, мне не нужны. Кончились. И купила платочки, потому что сейчас у меня я немножко простыла и потеряла платок. Ну, купила, пусть будут. Ребят, вас не бесят бесконечные запросы обновления Сбербанка? Ну, просто через неделю. Ну, я, конечно, понимаю, что нужно обновление. Ну, блин, ну можно хотя бы раз в месяц, а не каждую неделю. Срочно нужно зайти в приложение, вот тебе нужно закрыть это чертово предложение обновления. Меня подбешивает. В
вообще сегодня немножко какая-то злая. Второй раз еду в эту сторону. Причем даже дальше. Ну вот так. Что делать, если голова не соображает? Я как-то вообще, мне даже в голову не пришло проверить, что я там могу не на то ПВЗ заказать. Что, ребятки, давайте вам покажу, что я купила. Одну посылку сделала отказ, поэтому про нее даже говорить не буду. В общем, купила вот такие вот силиконовые формочки. Ну, как я вам уже сказала, начинаешь печь, у тебя то и ванны нет, то дивана нет, то еще чего-то. Пекла кексики, и все-таки хочется, знаете, ну, можно их, конечно, в одной форме испечь, тоже неплохо. Но иногда хочется вот такие порционные. Правда, какие-то, знаете, немножечко мягковатые. Ну, ладно, короче. В принципе, стоимость недорогая у них была. Вот такие вот формочки купила. 12 штук. 136 рублей. Посмотрим, как они себя покажут в деле. Ну, я думаю, может быть, и так как они не очень большого размера, может быть, и ничего. Так, что я еще купила? Я еще купила также для кулинарии такую форму. Тоже ее можно использовать под кексы. Ну, это как бы кексовая форма. Даже можно хлеб печь. Ну, хлеб я пока еще до такого степени не дошла. А я ее вот хочу сейчас испечь в ней львовский сырник. Стеклянная такая форма. Стоила она, ребята, стоила. Короче, не помню, здесь напишу. Вообще памяти нет. Вот, выбирала, выбрала. И заказала у нас, девчонка одна скинула, знаете, иногда бывает, вот некоторые следят там со всякими акциями на Wildberries. Я не знаю, как они это делают, но есть такие даже группы, в которых, короче, отлавливают всякие типа дешевые акции. И вот была вот такая вот, такой, вернее, дезодорант для машины, стоимость 97 рублей. В принципе, ну, я знаю, что везде они стоят как минимум 150-120 там, вот. Ну, вроде полный. Табака ванили от Tom Ford. Ну, типа, пахнет. Ну, в общем, короче, не знаю, как оно пахнет. Ну, повешу сейчас в машине. Вот и все мои покупки. Повесила я вот, ребята, дезодорант для машины. Ну, как елочка, аромат для машины. А заявлен как табака ванили. Ну, знаете, что-то я ни табака, ни ванили не чувствую. Больше я чувствую черри. Может, они перелили типа Tom Ford черри? Типа и так сойдет. Но я не пробовала ни тот, ни другой аромат Tom Ford. Я не знаю, как пахнет оригинальный аромат. Предпоследним моим пунктом, а возможно даже последним, будет семейный рынок. Ой, не семейный, новый. Вовсю продают куличи. Но я буду печь сама. Покажу, что я купила в магните. Я немного купила. Купила корм кошкам. Ну, корм не буду показывать. Еще купила, не могла пройти. Как не то, чтобы мне это сильно надо, но стоили 99 рублей такие вот салатнички. Ну, вот что-то мне так они понравились. Особенно за 99 рублей. Они такие голубенькие один. Они были трех цветов. Красненькие и желтые. Светофор. Нет, светофор, наверное, зелененький должен быть. Но, тем не менее. Такие мне показались симпатичные, порционные. Были вот как раз вот эти цвета. Сейчас я их вытащу, вот теперь мне их нужно упаковать обратно. Так, и сейчас покажу, что еще я купила. Для того, чтобы печь, купила немножко сухофруктов всяких. Вот, взяла, ну, так, по 100 грамм цукаты. Как его звать? Изюм. Хотела еще вишню взять сухую, но вишня, короче, здесь не было. Вишня была там, наверху. Поэтому я взяла клюкву. Ну, вот так вот буду мешать. Ну, и вот это вот мне будет на печиво. Еще купила. Очень часто я использую сейчас ваниль. И, ну, покупаю ванильный сахар. И вот купила такой вот в... как аромат ванили, он в таком вот пузырьке. У меня есть такой аромат миндаля. Он, кстати, сейчас был даже дешевле.
Ну, в общем, такая эссенция, наверное, как она называется. И купил еще корицу. В общем, стал, ну, вот у этого мужика, который продает там всякие специи. В общем, я понюхала молотую, она что-то вообще как-то ничем не пахнет. И, в общем, решила в таких палочках купить. Буду сама натирать. Не знаю, получится, нет. Потому что тогда купила я куркуму. Короче, ее, конечно, надо прям усилия приложить, чтобы ее натереть. Ну, зашла на Wildberries, забрала Насте на покупки, там, для Левы. Сейчас покажу вам тоже. Настя заказала ему вот такие коверсы. Ну, не оригинальные, конечно, но такие вот. Потому что вот сейчас, например, вот уже будет тепло, и выносить его, ну, он же еще не ходит, а все равно на ноги, ну, только одни пинеточки или только одни носочки, как-то все равно холодновато. Вот такие вот обувь, первая обувь. Настя делает ему тихую книгу, и туда нужны вот такие вот трубки. Они из фетра сделаны. И знаете, ребят, кстати, недешево стоят. Но самим делать тяжело. Ну, в общем, вот для всякие развивашки Настя ему заказала. Так что вот так. Деньги уходят как вода. Кстати говоря, ребят, знаете, везде на всех магазинах висят, что мы подняли зарплаты, приходите к нам. Люди, новая нефть. Не хватает людей. Некоторые говорят, блогеры, что типа многие ушли в фриланс, но я думаю, дело не в этом. Я думаю, дело в том, что как раз 90-е годы была демографическая яма. И поэтому уже люди там моего возраста уже как бы, ну, не так их много. А замены молодых нет. А дети, которые позже, которых много, еще не подросли. Так, ну что, ребят, я столько вам про вчера прожужжала уши про львовский сырник. Вот он собственной персоной. Сейчас мы будем его есть. Короче, сначала вот эту вот штучку надрезать. Потом протереть нож. Господи бог. И вот так вот. Да, о, вот так он на разрезе выглядит. Тебе с шоколадной этой? Ну давай. Многие кондитеры не любят вот эти вот подтеки, а мне почему-то не нравится. Наоборот, нравится. Так. О, вытаскиваем нож. По феншую. Чтобы при дыхании, да? Да, чтобы не портить срез. О, ребят, я надеюсь, что он такой же вкусный. Ой, какой ты красивый. Ну, кусочек. Давай тебе, да. Давай. Ну, давай, все. Так, все, возвращаюсь на Побединку. Спасибо, что посмотрели меня. На этом до скорых встреч. Всем карма.